Привет, ребята. Короче, все, коробка, блядь. Третий, четвертый наебнулся. Ну, дождался его, потому что, блядь, когда я купил, он слишком сильно рычал, блядь, ехал на третьем, на четвертом. Так как трактор. Вот я вчера это произошло, сразу поехал, купил коробки, коробку, то есть у русских своих, хуй его знает, такая. Ну, сказали, вроде бы нормально. Вот. Я купил коробку. Обычно, без сенсора. Что надо делать в первую очередь, ребята? Чтобы начать эту коробку, надо снять бампер. Короче, морду надо разобрать. Потому что удобно будет быстро разбирать. Очень быстро можно разобрать. А так неудобно. Двигатель, коробка внизу, понимаете, неудобно. Все снимать надо. Фара, пластмасс, бампер. Радиатор, вентилятор. Ну, радиатор охлаждения можно оставить, сам вентилятор снять. Да, это когда-то я одному менял, да давно был, конечно, очень давно. Только пошли вот эти Рено, то я ему менял, тоже чуть подзабыл, конечно, но ничего. Снимается полося, передний. Правый, левый вытягивается. В эту сторону надо будет колесо снимать тоже. И вот отсюда будет уже будет видно, откуда он лучше вытянуть его. Так, сейчас начнем, видите, дождь. Хрен его знает. Мне надо за два дня его сделать. Так, сейчас начнем держать его. Фару тоже снимать надо. Вот саморез здесь. Здесь. Также здесь. Здесь. Потом здесь открытие, здесь, здесь. Не ослаблены. Я, правда, не знаю, но дальше что будет, вот видите. Все поломано нахуй здесь. Все надо удлинять, делать. Короче, работа нам у нас будет дохуя. Вот видите. Очень много. Тут видите, что за хуярина. Тут саморез идет. Или что там? Такого не должно быть, конечно. Но все равно будем сейчас его снимать. Так, тут, конечно, его уже разбирали, блядь. Все здесь разбито, бля, хуй его знает. Все делали здесь, я не знаю. Ну вот, сейчас я буду фару снимать. Это я не могу снять. По одной причине, что тут саморез. Так, что мы делаем? Фару мне снять надо, чтобы саморез был. Сейчас будем пытаться его вытянуть. Фару. Он сломался. Так. Это вроде бы сняли, да? Сейчас фару надо включить. Тут фишки, блядь. Видите, тут провода. Вот этой резинки снять и отключить надо фару, бля. Как? Так, это первое отключение. Потом надо габариты, блядь, снять, крутить. Габариты. И сам этот насос, компрессор. Не насос, а это все моторчик или что там, бля. Да, моторчик у меня. Все, вниз, наверх поднимай. Его надо. Это здесь это темновато, бля. Вот. Ношу. Сейчас я на крючок ношу. Вот здесь тягните. Тягните фара. И резинка, бля. Так, складываем, скажем. Так, снимаем это
включаю. Потом все саморезы откручиваем тут. Тут защелкнул. Этот. И тут. И здесь внизу тоже. Также на той стороне, бля. Крепили, что можно было здесь, конечно. Все под рукой, наверное, хуярили здесь. Тут все нормально, бля. Так тоже оценили. И вытягиваем банк. Заодно помою радиатор. Это когда кулер наебнулся, бля. Все здесь помою, бля. И заодно все будет чистенько, аккуратно. А, будем делать. Снимать эту переднюю балку. Откручивать все эти болты. Эти. Чтобы легко было до коробки добраться. Но оно будет мешать. Пусть его убрать нахуй. Так, сейчас начнем херячить. Ты знаешь, кошелек там лежит. Сейчас с мамой идет. Сейчас курьер приедет. Что я буду делать? Дашь вам посылки. Сняли. Относим. Сюда кидаем нахер. Пускай здесь будет. Так. Сейчас у нас остается крутить. Это для удобства. Можно и без этого, не надо снимать, но это будет ебаться долго, нудно, ну его на. Заодно вы там помоете, почистите, все вы сделаете. Так, сейчас откручиваем вот эти. Раз, два. Три, четыре. И тут к нему идет трос. А я открутить этот хомут. Тут тросик идет сверху. Тоже от замка отсоедините, как раз вы снимете его, прочистите, помоете и смажете с той стороны, именно с той стороны, чтобы здесь солидола не было, чтобы не пачкаться, короче, да. И можно даже и покрасить. Это радиатор нижний, также вот здесь, видите, тоже, его тоже надо. Тут есть резервный, видите, вот, вставляется сюда, кулер отсоединится, шланг, вот эти, я забыл, вот, раз и два, надо открутить, вытянуть, чтобы его можно было вытянуть, держит, чтобы интеркулер не откручивать, чтобы пускай он там сидит. Недавно ехал, бля, выскочил, бухнуло, бля. Мне похуй, он был закручен.
все равно тоже надо будет и сразу это отсоединять. Чтобы оно вам не мешало. Вот так оценили. Так, это 20 фунтов стоит, по-моему, 30, по-моему. Где-то так. Мы его сюда ложим пока. Потом внутри шланги можно тоже помыть. Так, все. Тоже вытягиваем. Все, вытянули. Сейчас надо его, видите, легко идет. У нас замок. Мы его как сделаем? Сейчас это подсоединим. Вот, вот этот соединяем мы. И этот ставим сюда, сбоку, чтобы не мешало. Чтобы не отсоединять все это. Вытаскивается, по-моему, вот так. Здесь вот. Зажим вот это, отодвинуть и вот так сейчас вытянуть. Если хотите открутить, то можно замок открутить, снять кулю и открутить все это сделать. Ну, я не хочу снимать это время. Так, вот у нас остается сейчас вентилятор снять. Вот этот надо снять, он будет мешать. Тосол не надо сливать, не нужен. Вот это бедро снять. И, кстати, когда будете делать, здесь где-то есть куда его фиксировать, бля. Вот здесь. Он все время болтается, зараза. Ну ладно. Это мы уже разберемся. Так, еще здесь идет трубка до турбо. Так, как вам посоветовать сделать? Ну, лучше снять его, помыть, все сделать. Вот уже, видите, доступ до коробки. Все, ну, надо сейчас вентилятор снимать. Можно и тосол слить, конечно. Не знаю, сливать, не сливать. Я думаю, не надо. Не, сниму, наверное, я его точно. Сниму радиатор отдельно, помою все. Вычищу. Чтобы было все тип-топ. Так, сейчас начнем дальше откручивать его. Видите, здесь штопорные железка или вилка. Хуй его знает, что там, я еще даже не смотрел. Ну да, по-моему, да. Проволоку вытянуть нахуй. Также еще не заглядывал. Все, вытянуть его, чтобы можно было легко хомут отсоединить. Сейчас мы это сделаем. Сейчас. Вот такие штучки, видите. И шайбу снимаете. Все. Вот эти. И так на той стороне, наверное, хрен его знает, я еще там не снимал, бля. Да, тоже есть. Вот так же и эта сторона. Вот все. Отсоединили. Да. Сейчас, смотрите, легко. Наш радиатор будет. Можно доступ как раз есть до него, до этого хомута. Как раз тоже ставить будете, тоже, наверное, таким макаром и сделайте. Или поменяйте хомут. Один из двух. О, хомут для него уже, блядь, не знаю. Короче, отсоединить надо и тосол слить. Вот очень хуёвый, ребята. Здесь гнилой.
короче, ну, ставьте. О, кровь тоже расширительная башка. Как вся вода. Так, потом надо вентилятор открыть. Соединить фишку. Вот, фишка. Не забудьте его поставить. Хотя ошибка загорится, увидите. Подымешь, чтобы вылился все. На мытье его. Так, вот, ребята, мы дошли до коробки. Можно еще что-то снять, что мешать будет вам. Это, например, я, например, сниму эту трубку, которая от трубы что идет. Почему? Потому что его надо помыть. И внутри, блядь, все это. Там трубу поменял. Надо помыть было, блядь, я не помыл. И вот эти провода, жгуты, можно бортовой компьютер отключить, убрать эти провода, можно миновать его, как по желанию, понимаете. Так, сейчас я буду отсоединять, наверное, этот, или не буду, хуй его знает, я вот это так хорошо закрутил, нет, не буду я. Сейчас, что мне делать надо, это наград ставить и поднимать машину. Так, слили масло с коробки. Так, мы сейчас откручиваем сенсор. Все то, что идет. Датчики, к датчикам провода. Вот эти, короче, все провода, которые идут, датчики, все надо отсоединять, чтобы вам пришлось немножко его приподнять, понимаете, так, чтобы можно было там вот болт, видите, откручивать, да, все вот это освободить полностью и дойти до стартера. Стартер у нас там, самая щепетильная работа будет, представляете, какая нудная работа.
И вот это. Это вообще легко, блядь, снялся. Сейчас я сюда его. И туда. И мы его где-то так подвесим, блядь. Следующий делаем. Нам нужен стартер крутить, бля. Следующий стартер. От ёб твою мать. Короче, я не смог открутить этот хренову гайку. Да, собственно, не стремился его так сильно. Вот ключ заварил, все, все равно оторвало нахуй. Один ключ, второй ключ, короче, все ключи, блядь. Вот сейчас поотрывало нахуй к ебаной матери. Так. Сейчас я решил так сделать. Снял стабилизатор. Открутил шаровый. Открутил шаровый. И чтоб можно было полуось вытянуть. Там я откручу три болта. Вот сейчас я его отхуярю, прежде чем отхуярю, этот пластик сниму. Тут один и два болт на 13 тоже. Или гайка там, я не знаю. Еще не смотрел. И я его вот потяну, и она у меня вылезет. И также на той стороне сделаю. Также откручу. Ну, на той стороне я гайку открутил, конечно. Нагревал все газосваркой, открутил. Но сильно нельзя нагревать, потому что там подшипник. Понимаете, есть подшипники, где шарики стоят. Вот эта сама обойма, где шарики сидят, гнезда. Бывает пластмассовые, понимаете. Она если расплавится, то подшипнику пиздец будет. Понимаете. Так что, чтобы вы имели в виду, а то один раз я наигрался, нагрел нахуй, бля. И клиент ко мне приехал, говорит, что-то тарахтит. Он воет, бля. Когда я снял подшипник, посмотрел, они были распалены, эти все гнезда шариков. Все, сейчас я это откручиваю. Один, два. Конечно, работа нудная. Масло с коробки вылил, видите, медь какой. Синхронизаторы, наверное, пиздой накрылись полностью. Но я эту коробку отремонтирую, сделаю идеально его. И продам за 400-500 фунтов. Или возьму такую же с проблемами коробкой и поменяю и продам. Поехали дальше. Тут эту коробку поменять стоит 300 фунтов. 300-350. Это так. Смотря в каких гаражах, понимаете. В сервисах, дилерах там. Таких английских. То там, блядь, где-то 600-500 фунтов. Ну, на легковой, конечно, быстрее, блядь. Все, нахуй, все, понимаете. Так. Сейчас еще вторую покажу, где она. Тут снял. И там еще вот тут. Ну вот она, видите? Вот она здесь. Тоже откручу. Ай, как долго откручу. Без руками, блядь, долго откручу, конечно. Так, все. Сняли эту защиту. Так, сейчас мы будем откручивать здесь, чтобы вытянуть полуось. И поставьте что-то, миску, чтобы, блядь, на землю не капало. Так, все, три открутил. Сейчас смотрите, вот у нас вылазит, видишь, все вылезло. Надо его сейчас так сделать, чтобы он
нам дальше не мешало. Просто его вытянуть надо его. Так, сейчас мы его просто на низ подадим. Камеру уберу, блядь, неудобно. Вот так мы убрали его в сторону, чтобы не мешал. Надо потянуть сильно на себя переднюю стойку. Все, с этой стороны разобрались. То же самое тут будем сейчас делать. То же самое тут. Так. Тоже херня, блядь, дохуя работает. Передний длинный снял полосик. Так, потом вот тут надо короче все открутил. Вот здесь один болт остался, еще старший держим. Трубку от турбы тоже снял, помешал. Остается у нас один болт вот здесь. Вот один. И там второй. То, что крепится до глушителя. Так, и остается у нас подушка. И там жидкость цилиндра сцепления. Мы его здесь отсунем, даже шпонку вытянем. Вот это. И вытянем. Но это последняя очередь. Здесь. Вот. Не заметил нахуй. То. Мне надо отключить, потому что резьба здесь хуёвая. Шпильку надо буду менять. Ну подушка надо все равно откручивать. Дохуя раскручу тут много чего. Эти шланги, вот эти, видите, гидроусилитель руля. Их тоже надо все от коробки соединять. Так, что там еще держим? Вытянули. Разбиты, надо менять. Да. Сейчас нужно все вот это тихомудие, то что вот это, эти тоже надо отключить мне. Это потом, это там, вот тут все масса гидроусилитель руля, вот это. Также с той стороны вот этот шланг, вот видите, вот этот шланг, он крепится вот тут. Вот. А здесь вот там. Вот. Все. Вот она там. Тоже надо хуярить его. Мы соединили. Вот здесь он был. Видите? Свободно. И там тоже болт уже закручен. А? А вон там внизу, видишь, там внизу. Только там не выбрасывай ничего.
сторону. Тоже. Но этот открутить, причем этот ключ надо этот открутить. Да, самый здоровый. Да, аккуратненько все утягивай, чтоб там. Сейчас места мало там, бля. Две машины откручены. И потом это схватим. А потом это. Так. Это последний очередь. Так, вот вытянули. Так. То, что подушка там ложится. Короче, вытянули мы всю эту беду. Вот коробка. Короче говоря, вот я вытащил коробку, вот обнаружил, что там сальник нахуй, блядь. Вот еще. Это хуёво, конечно. Эта шпилька мне заебала нахуй, бля, когда вытягивал. Подсебник тут хороший. Да. О, закручу там за только от руки. Диск хороший. Еще пойдет на 1100, бля. Сейчас снять маховик. Пиздец. Давай мне черный ключ. На это положено место, я выключу. Такое воспитание. Все мелкие здесь резьба, бля. Соплит нахуй. Вот он, соплит, надо сразу заодно его менять. Все, ребята, поставлю я новый. Сегодня суббота у нас, никто нихуя не работает. Мы тоже в выходной. Сейчас пивка берем, два ящика и берем сальник коленвала маховика. Короче, он был забитый всего лишь вот так. Он был забит всего лишь вот этот 6 миллиметров, вот эта только часть. А эта часть торчала наружу. Не вплотную был забит. Не знаю, может, от завода так делает. Потому что же идет износ коленвала от резинки. Может, они там специально так делают, чтобы когда сальник накрылся, второй сальник забивать до конца. Но я говорю, я первый раз такое это вижу, честно говоря, что он забит до половины. Сейчас я сегодня, блядь, дождь. Вот я его сейчас забил его до конца. До края. Как полагается, понимаете? А здесь он был пиздец. Я просто охуеваю.
отлично. Сейчас. А здесь он где-то вот тут на краешке аж был. Вот тут выступал. Не знаю, кто так делает, хуй его знает. Может, я говорю, может, завод специально так делает, чтобы второй раз, когда ставит, чтобы до конца. И заодно я взял подшипник, смазал подшипник коленвала, куда заходит первичный вал с коробки. Тоже сразу смазал. Ну, вроде бы подшипник целый, шарики тоже целые были, но немножко туго шел. Плохо крутится, короче. Думал снять, есть у меня подшипник новый. Думал снять, потом решил смазать, проверить. Смазал, заебись, не тарахтит, ничего. Так, все, сейчас я буду ставить маховик и запаковывать все это. Все, ребята, всем пока. У кого какие вопросы, пишите в комментариях. Может, у кого-то такой был, хрен его знает с этим сальником. Но я забил его до конца. Я говорю еще раз, как полагается, как должен быть во всех нормальных машинах. Все, всем пока еще раз. Bye-bye.